Разрешите мне собрание представителей демократической общественности Казахстана объявить открытым. Все серьезные решения в Древней Греции и Древнем Риме принимались в цирке. Вместо демократии за период десятилетнего суверенного развития был создан новый тип государства, основанный на тотальной коррупции. Его политической формой является президентская республика. Наша страна стоит у опасной черты, переступив которую, мы рискуем столкнуться с системным кризисом. Вот это собрание обязательно войдет в историю Казахстана. И наш общий долг сделать, чтобы оно имело совместное продолжение. Такое в последние годы редкое у нас мероприятие, чтобы собралось столько народу, думающего одинаково и думающего не так, как приказано. Вы были участником собрания общественности, демократической общественности, которое проходило в цирке. Скажите, чье выступление вам тогда больше всего понравилось? 19 января 2002 года мы сперва заказывали, не мы, а табаковцы, театр драматический, не дали, поэтому вынуждены были в цирке проводить. Я не только участником был, я был ведущим, председателем на этом собрании. Больше всех понравились выступления простых людей. Один коммунист из Жамбула, ветеран войны, труда, ветеран Компартии, выступал очень жестко. Он прямо сказал, что все беды идут от самого главы государства. И были выступления довольно грамотные с точки зрения демократизации, создания гражданского общества и использования богатства Казахстана собственным народом. Тогда совершенно определенно выпячивались недостатки относительно разбазаривания того, что было создано в советском Казахстане. Позднее я с Нурсултаном встречался, он аж, когда шел разговор о ДВК, привстал с места и сказал: «Секи, олар меня тунгырып тастайыздадой». Они, говорят, чуть меня не прокинули. Поэтому, конечно, резонанс был очень сильный, и это влияние было не только для простого человека, и повлиял всей системе власти, и очень сильно беспокоился сам президент. То есть вы считаете, что президент ни при каком раскладе не мог в реальности поддержать двоковцев? Нет, что вы. Он вообще не только такие мощные движения, даже отдельно взятого гражданина, продвинутого, способного не может переносить. Он старается, как правило, избавиться от него. Сколько у нас беженцев, сколько у нас в тюрьмах сидят способных людей, сколько у нас самостоятельных министров прогорели. Это просто в его приеме. Тем более он обманывает людей. Вообще-то обман и ложь он считает прямым путем достижения своих целей. Могла ли правящая элита поддержать ДВК? Правящая элита, если считать во главе с Назарбаевым, то эта элита не поддержала бы и не поддержал практически. Элита не поддержала совершенно определенно это одно, а элита заинтересована была вообще уничтожить ДВК. И, к великому сожалению, некоторые люди с той же элиты внедрялись в состав ДВК и разрушительной деятельностью занимались. Я считаю, что этим самым мы и отбросили и демократию, и развитие страны на долгие годы. Режим убрал головы этого движения, сразу завел как бы дело судебное против Галымжана и Мухтара. Вот
это преследование Галымжана и Мухтара, все тогда переживали, я помню этот момент, потому что все осознавали, что это исторический момент. Как пойдет развиваться дальше страна? Вот ваши отношения, за что все-таки судили Мухтара и Галымжана? Я, будучи депутатом, принимал участие на процессах рассмотрения и принимал участие на этих судилищах и в Астане, и в Павлодаре. Ни одного эпизода, которого можно было бы обвинять их, не было. Все, что приписывали, оглашали, даже против Мухтара оглашали обвинение, что он сотовым телефоном пользовался, уходя от должности министра. Это были выдуманные и состряпанные, и по большому счету суд не имел никакого влияния и роли. Уходя в отпуск, Назарбаев обозначил им одному 6, другому 7 лет срока, так и пока он находился в отпуске, суд завершил свой вердикт. Если бы идеи ДВК были реализованы в Казахстане, какое бы общество в стране было? Мы бы жили в другом обществе. Мы имели бы варианты выбора развития. У нас сейчас один вариант, что скажет один человек. А тогда творческий рост людей было бы значительно выше. И на самом деле к демократии другие государства прибегнули не для того, что это просто красивые слова. Это от безысходности, безвыходности находили этот метод. Известно изречение одного вождя европейского, что это не самый лучший способ управления, но другого не придумали. И на самом деле, и если ДВК осуществила бы те программы, те намерения, совершенно определенное развитие было бы совершенно другое, и народ обрел бы свободу, народ почувствовал бы свою землю под своими ногами, народ мог бы пользоваться своим богатством для своего благополучия.